наоборот один из семи благословенных плодов на земле Израиля. И до сегодняшнего дня вот изображение этих двух мужчин, несущих на плече гроздь винограда, очень и очень здесь популярно у нас, я вам даже больше скажу, это эмблема Министерства туризма Израиля. Ну а так вот, может, даже в Цфат сейчас будем заезжать, я вам памятник небольшой покажу. Вот несут они гроздь винограда на плечах. Иисус Новин обращается к Моисею и говорит ему: действительно, земля течет молоком и медом, и действительно, города очень сильно укреплены, и люди здесь злые, и люди великаны, но надо нам сюда зайти, потому что эту землю нам Господь завещал, Он нас будет защищать и оберегать. И вот еврейский народ, строптивый народ, неуживчивый народ, жестоковыйный, как их Всевышний называет в Ветхом Завете, поднимает восстание против Моисея и говорят ему: не пойдем мы в эту землю, не хотим мы здесь все погибнуть. И тогда Господь прогневался на свой народ.